будет о так называемом городе Бад-Тибира. Древнее шумерское название Бад-Тибира-ки. Город упоминается во многих древних шумерских мифах и легендах, а также в текстах. Сведения о нем записаны на так называемых глиняных табличках, библиотеки которых нашли при раскопках в Ур, в Непур, в Гирсу и других крупных древних шумерских городах. Также я хочу сказать, что фактически все древние шумерские города были построены поверх погибших городов древней месопотамской убаид-культуры, убаид-периода. И, например, когда Леонард Вулли, британский археолог, проводил раскопки в городе Ур, то он обнаружил на большой глубине остатки древнего города этой месопотамской убаид-культуры. И название его неизвестно, но шумеры построили свои города строго там, где были города этой древней культуры. И также Леонард Вулли первый обнаружил свидетельство очень крупного потопа, который уничтожил все эти города, убаид и халав культур. И он оставил записи в своей книге. Книга называется «Ур халдеев» или «Забытое царство». И там описано им о так называемом, что он обнаружил следы так называемого нового потопа. У него, конечно, еще не было достаточной информации. А более при более современной информации обнаружили Буркле кратер в Индийском океане. И есть версия, что именно этот кратер вызвал так называемый Ноев потоп, локальный в Индийском океане, и именно он является источником гибели для всей месопотамской убаид-культуры. И именно его последствия описаны в так называемом Ноевом потопе, а также миф о Гильгамеш и Утнапиштим. Ной, он же Утнапиштим, он же Зиусудра, он же Атрахасис, представитель месопотамской убаид-культуры, жил примерно в 3800-3600 году до нашей эры в городе Шурупак, Месопотамия. Древняя месопотамская убаид-культура. Тибира упоминается в одном из шумерских мифов и легендов как город, один из пяти крупных допотопных городов, крупных царств. И в нем было три правителя, я напишу в тексте, какие именно. Помню по памяти, что третий это был так называемый Думузи пастух, Думузи Шепард. И именно Думузи, о нем более известно, чем о двух предыдущих, фактически ничего не известно, кто они в шумерской иерархии. А вот именно Думузи, он сын Энки, и он якобы правил в этом городе Бад-Тибира. Он полюбил Инану, она ответила ему взаимностью. И о них написано несколько мифов и легенд, которые вы можете прочитать, официальных, научных, сохранились таблички о них. И вот именно первым, чем упоминается Бад-Тибира. Вторым, это то, что там обрабатывали медь, плавили медь. И именно город называется как стена кузнецов, стена мастеров по обработке меди, город кузнецов и канал кузнецов. Вот так три имени, которые можно было отнести к данному. Как я уже говорил, к сожалению, на поверхности фактически ничего не сохранилось, только, наверное, тысячи, может, десятки тысяч следов. Попыток черных археологов раскопать и украсть там что-то. Но, может, к сожалению, а может и к счастью, на самом деле настоящие артефакты, которые особенно меня интересуют, расположены на глубине 12-15 метров и глубже. То есть вряд ли там черные археологи смогут докопаться до такой глубины, и они, как так сказать, скребут только по поверхности и воруют там, с периода уже Вавилона, вот такого позднего шумерского царства, Вавилонского царства, ассирийского владычества в том районе, но
На самом деле, более самые интересные артефакты расположены на глубине как минимум 12-15 метров и глубже. А может, и к счастью, что там вряд ли кто-то сможет докопаться до такой глубины. Тем более, там же есть еще и грунтовые воды, которые надо постоянно отводить и откачивать, скорее всего. И на самом деле, все, что там может быть интересно, расположено на очень большой глубине. И большая часть не раскопана. Месопотамия, а именно шумерская, древняя шумерская цивилизация, современный Ирак, это одно из самых таких значимых археологических мест. И очень огромная часть еще не раскопана. Вот вроде бы кажется раскопали, но на самом деле раскопана совсем небольшая часть. И все расположено на очень большой глубине. Докопаться туда очень тяжело и сложно. Это надо там тысячи, миллионы кубометров выбрасывать с земли. Во-первых, надо знать точное место, которое никто не знает. И раскопана только небольшая часть городов. На самом деле, крупных городов было намного больше. А раскопали только там, где были крупные зиккураты. И по ним определяли, что там какой-то город. И по ним смогли раскопать самые крупные, одни из самых крупных городов. Но если зиккурат был небольшой или маленький, то об этом месте может вообще даже быть ни слова, его просто не могли найти. Например, такой город, как Ларак, по-моему, его даже не смогли найти. Он тоже один из древних допотопных городов, и вот есть два его координата, совершенно противоположных, и никто толком не знает, где он находится. И об нем толком ничего не известно, хотя он один из был таких довольно-таки крупных городов. Что лично я хочу сказать об Бад-Тибире? Это город, как я уже говорил, город, в котором, согласно мифам и легендам, плавили медь. Также я хочу сказать, что в древние времена медь была намного дороже золота и серебра. Это в наши дни там медь мало что стоит. А в те времена медь была самым большим богатством, которое было у людей. И люди медь, а затем бронзу прятали как самое большое богатство, дорогое имущество, что у них было. То есть они стоили, медь стоила больше, чем золото и серебро намного. И потом только появившаяся бронза тоже стоила намного дороже золота и серебра, и даже дороже меди. Ну, потом уже бронза, конечно, стала стоить, намного дешевле, но как только появлялась, она была намного дороже, как было самое ценное, что было у людей, намного дороже золота и серебра. И чем можно было примечательно сказать, вот что я хотел сказать по данному поводу. Очень было ценное, самое ценное, что было у людей на тот период. Пантибира неоднократно упоминался в древних шумерских мифах и легендах. Это был довольно-таки значимый город, особенно в допотопный период. Как я уже сказал, потоп произошел примерно в 3800-3600 году до нашей эры. Буркле кратер в Индийском океане. А Бад-Тибира именно был как центр, уже в послепотопный период он был, я так понял, небольшим городком, где плавили медь. А он был именно как центр в допотопный период, по крайней мере, согласно шумерским мифам и легендам. Тут, мои от себя-то ни никакой нет, это все написано в официальных переводах шумерских табличек и их мифов и легенд, которые записаны на этих табличках. Бад-Тибире продолжает цикл моих видео о древних шумеро-аккадских городах. Я уже сделал, около 10 видео на данную тему, может больше. Я продолжаю делать видео о более крупных шумерских и аккадских городах, которые особенно меня интересуют и которые упоминаются в шумерских мифах и легендах, и которые связаны с так называемой легендой о анунаках. По крайней мере, так написано в их текстах. Thank you.
Я уже неоднократно делал видео на эту тему, ну, обина о анунаках, и продолжаю, и буду продолжать, так как там еще как минимум 10-15 городов, еще можно было, ну, довольно-таки относительно крупных, о которых можно делать видео. К большому сожалению, там сейчас неспокойно в Ираке, там активно проводились боевые действия, раскопки там толком не велись, и в Бат-Тибире тоже толком не велись. Там нужно по всему Ираку, во всей Месопотамии проводить широкомасштабные раскопки и углубляться не по поверхности скрипти, а углубляться на глубину 15, там 18-20 метров и глубже. К сожалению, это все не проводится, к большому сожалению. Но я могу сказать, что ну вот, земля древнего Ирака и древнего Аккада – это ключ к истории, что тут произошло в прошлом, почему вот сейчас на земле то, что мы видим, происходит, это все тянется еще со времен древней Месопотамии. И там ключ ко всем ответам на все вопросы. Почему сейчас вот такие правители у нас, почему сейчас вот такой режим у нас, что происходит и в древней Месопотамии, все ответы на все вопросы. Всем советую посмотреть это видео об Бат-Тибире, оно будет интересно древним, всем, кто увлекается древней историей, древней археологией, всем, кто увлекается древними мифами и легендами, особенно месопотамскими древними мифами и легендами, о древних анунаках, о так называемых элохим, они же анунаки. Ну, там все ответы на все вопросы, по крайней мере, я, ну, по сугубо личному моему мнению, я считаю, что вот именно шумерская цивилизация, она имеет ключ к ответам на все вопросы. То есть на любой вопрос, что тут происходило в прошлом и что происходит сейчас, там есть ключ к этим всем ответам. Всем советую посмотреть это видео.
хочу показать координаты города Бад-Тибира. Месопотамская цивилизация шумерская. Очень древний город. Его расположение. Город подвергся большому попыткам разграбления. Вот вы видите, каждая яма — это там копали, черные копатели. Смотрите, сколько. Бад-Тибира. Переводится как город мастеров по обработке меди. Все, что там вы видите, это все, ну, на самом деле на поверхности там ничего нет. Раскопки нужно проводить на глубине, ну, как минимум 15 метров. Все, что выше, это уже не такое древнее. Поэтому на поверхности вы ничего не увидите. Вот все, что осталось от этого города.